Как я оцениваю деятельность Онищенко? Онищенко и Кащенко – это имена нарицательные. Эта фигура бы, конечно, была одиозной. Дело в том, что он выполнял внешнеполитические и внешнеэкономические функции, очень важные. Но никакой не Онищенко должен это выполнять. Должно быть Министерство экономического развития. Ну, как в Японии, Министерство промышленности и торговли. Действительно, запрет доступа на русский рынок тех или иных товаров, тех или иных стран, это мощнейшее средство давления. Но это должен делать не Онищенко, не одиозный Онищенко, который действительно, так сказать, граничил уже с диагнозом. Это должно делать министерство. У нас есть предложение, как у партии дела, как преобразовать это министерство. Из этого министерства надо выгнать выпускников высшей школы экономики и посадить туда практиков. И тогда будет нормальная государственная политика. Но, правда, к этому придется добавить разумную экономическую промышленную политику, просто изменить курс весь, неолиберальный, монетаристский. Это да, точно. И тогда не будет ни Кащенко, ни Онищенко, ни монетаризма, а будет нормальная русская экономика национальной пользы. Так что до свидания, Онищенко. Я думаю, что дальше будет просто бардак, потому что кадровый подбор на это место, я не знаю, кто придет.